Таджикистан победил в медальном зачете в Олимпиаде по арифметике в Москве. Команда Таджикистана завоевала два главных приза на Олимпиаде по ментальной арифметике «Абакус-2019», а также 15 медалей. Таджикистан победил в медальном зачете в Олимпиаде по ментальной арифметике «Абакус-2019» в Москве, сообщает пресс-служба посольства Таджикистана в России. В очередной раз ученики Академии ментальной арифметики «Империя знаний Таджикистана», показав высокий уровень подготовки, заняли лидирующие места, уточнили в посольстве республики. Отмечается, что из 61 призового места команда Таджикистана завоевала два главных приза – Кубок Олимпиады, 1 и 2 места, а также 15 медалей. Первые места получили 5 человек, вторые места – 4 человека, третье место – 6 человек. Добавили в посольстве Таджикистана в России. Пятая международная олимпиада по ментальной арифметике «Абакус-2019» прошла в Москве 5 мая. В ней приняли участие более 500 участников из многих стран мира, в том числе из Таджикистана. Ум и смекалка, кто из таджикских детей победил в школьной олимпиаде. В рамках мероприятия также был проведен Кубок мира по ментальной арифметике среди школ, входящих в состав Евразийской ассоциации организации ментальной арифметики ЕААМА. В данном кубке попробовали свои силы более 400 лучших учеников. Школьная олимпиада по русскому языку для детей-мигрантов ВИДИА. На олимпиаде ЕААМА из 18 призовых мест, 8 завоевали ребята из Таджикистана. Первые места – 3 человека, вторые места – 2 человека и третье место – 3 человека, отметили в посольстве Таджикистана в России.